если бы я была к этому стилю жизни. Лора опять спрашивает, что самое хорошее и плохое жизни в Америке? А самое хорошее — это то, что здесь столько всего opportunities. Opportunities? Как это слово? Возможности. Здесь столько всего возможностей, столько возможностей учиться, столько возможностей приобрести себе хорошую карьеру, хорошую работу. И даже именно мне нравится то, что здесь работаешь честно, работаешь много, и у тебя достаточно обеспеченная жизнь, и не нужно ни о чем заботиться. По сравнению в Молдове, мои родители работали всю свою жизнь, у них там дипломы за дипломами, и вообще такие образованные люди, и все равно им настолько тяжело там найти работу, не только найти работу,